40-нчы армия болчу биздики. 40-нчы армиянын ичинен 11-нчи бригада деп коет, спецбатальон. Боеприпасы возили, стройматериалы, продукты. Там у нас был график, движение автомобиля, какое время должно быть, каким скоростью ехать, в каком месте, где должно находиться. Это все было отрегулировано. Там не быстро, не тихо, берли скорость воды, чтобы не готовились. А такое, что быстро, ну, конечно, тезли, где-то кизы, берсектеген. Коркосун или нет, а жүргөндө анан чыгар да коркосун, а чыгат экенбиз азыр деп. Боишься, ну. Молодой, горячий был и как-то. Здесь же забываешься, вот боишься вроде, а за руль садишься рядом. Я был там командиром взвода, исполняющий обязанности. Я отвечал за свое отделение. Чем ехать на машине, на колонии ехать, чем лучше воевать, мне кажется, не страшно было. Страшно было, вот когда едешь, колонна едет, выезжаешь с границы Советского Союза. Мы с Термеза выезжали, и наша часть располагалась, дислокация была Полюхумрийский гарнизон. Вот. Вот кишлак заехал, или перед кишлаком где-то джардын түйүнүн атып чыгат. Анан примерно билбейсиң, анан алып автоматын да алып, я же рядом обычно сидишь. Ошакты көздөрүмдү атып коебуз, мы не знаем, мындай примерно божомолдоп атасың. А так откуда конкретно атканын көрбөйсүң да. Но у нас был боеприпас с собой, у нас автомат, оружие с собой было, но мы уже не знаем, куда стрелять. Едешь, выстрел, и машина ушел в пропасть. А он вообще запрещали останавливаться. Если там что-то случилось, останавливаешь, чтобы там сзади есть специальная машина. Они забираются сразу. Нам запрещали останавливаться. Готовились. Когда боеприпасы возили, тогда уже бывало вертолетчики. И бесинал дуза, вот машинели. Атканда ошел, хазавал он дошел. Мы прям ток-ток. Там то останавливаться нельзя. Ну, мы взяли, перегрузили именно тело. Я алпарп, часть алпарп, ороп. Гучком дальше, да, не их команды мне было. И здесь алпачки это у кого. Вот такие случаи бывало, можно сказать, даже. Каждый поездки бывало, да. Вот. 18 я призывался в армию, 19 лет. Ну, молодой был, как-то вот хорхосом, ну, тут же забываешься, потом и, блин, вот сейчас, если сын уже хорхос у нас есть. Ну, вспоминаешь тех ребят, казал вам балдарда, вспоминаешь. Часто, можно сказать, вспоминаешь. На халган балдар, бирде чоглабыз, 15-инде. Куран окуйбуз, куран октабыз, такай. Көттүн ичине чогу эле жүрүп, чогу жатып, чогу жүрсөң анан жок болуп калса жаман болосуң да. Месси көшөлү, месси спалиди, чогу жүрөсүң анан жок. Это очень страшно. Тем более өзүң колуңан почти кетип атат. Инилери бар, бир туугандары бар, жоролуп турабыз. Эстейбиз, эстеп турабыз. Өзгөчө бул эртең бүгүнкү, эртеңки майрамга карата такай барабыз, жолугабыз. Чогулган балдар менен жолугушуп, эстешип куран окутабыз. Здоровья желаю, успех в семье, внукам, детям. Биздин Кыргызстан деген өлкөсүнө тынчтык каалайбыз.